Всем привет! Давно мы не выходили в YouTube, не снимали никакие видео, но вы знаете, что я часто делаю перерывы. Вот такая Бетти уже стала, очень пушистая, подросла, нам уже 8 месяцев. Такая же пушистенькая прям. У нас закончилась эта линька детская и уже взрослая шерсть. У нас все по-прежнему, игры 24/7 у девочек. Бетька тут грызла свое ухо, у нее смена зубов сейчас идет активная. Остался у нас один клык. А, привет. Сейчас мы пойдем забирать посылку, нам пришли шампуни. Вам покажу, что в нашей посылочке. Вот они играют, хотя погода не очень. Возможно, возьму Бетьку, не знаю. И сегодня я планирую снять видео о уходе за Йориком. Будем показывать, чем пользуемся. И будем пользоваться средствами из новой посылочки. Погода не самая лучшая для прогулки. Идем с Бетти в СДЭК. И нас сдувает. Такое ветрище вообще. А Бетти, шерстка твоя летает. Ветер? Пушистик. Пойдем. О, какой ветер. Пойдем. Кстати, недавно я гуляла сразу с тремя, использовала сворку. Маркус и Чаки были как охранники для Бетьки. Они шли вдвоем, и Бетти так вместе с ними. А, в принципе, можно так гулять. Да, немножко неудобно, но это удобнее, чем три рулетки вместе, либо три поводка. Мы забрали посылочку с шампуньками от Dr. Vick. Этой косметикой мы уже пользовались. Я вам снимала где-то год назад, когда у нас жил щеночек Зефирчик, и я его мыла именно этим шампунем для щенков. Это шампунь-кондиционер для щеночков для домашнего применения с кератином и провитамином B5. Мне очень нравился запах этого шампуня. Я его всегда использовала для щенков. И в этот раз мы тоже решили заказать набор для щенков именно. Вы знаете, что у нас бывают щенки. Бетька тоже вроде, в принципе, еще щеночек. Но, тем не менее, мне вот эта серия с розовой этикеткой очень сильно нравится. Запах такой вообще классный. Также мы заказали шампунь для длинношерстных собак. В тот раз его тоже заказывала. На такой вот золотой баночке. Это для взрослых. С протеинами шелка. И также кондиционер. Для взрослых собачек обязательно кондиционер нужен, потому что он очень хорошо укладывает шерстку и легко расчесывает потом собачку, когда у нее длинная шерсть. Косметика производится в Беларуси, и для щенков тоже есть кондиционер. Но он как идет для щенков и котят. Я любитель различных спреев. Dr. Vick есть спрей для чистки зубов. Не у каждой фирмы есть спреи. Их вообще достаточно трудно найти. Именно спреи, а не пасты для зубиков. Мы не так часто чистим зубки. Многие мои собаки вообще не даются. И спрей это всегда вручалочка. Потому что открыла пасть, прыснула. И хоть как-то будет профилактика для и дыхания, и налета. В общем, после корма, после какой-то еды, вкусняшек, можно прыснуть спрей, и будет приятный запах. Упаковка 100 мл. И также в нашем заказе это лосьон для гигиены глаз. Такой вот небольшой. Он нужен, чтобы протирать глазки. Особенно у йорков глазки там постоянно как-то... Ну, потому что у них шерсть лезет в глаза. У них либо они там подтекают, либо там закисают так немножко. Для профилактики раз в неделю лосьоном можно пользоваться, и это будет более здоровые глаза на вид. Да, Юсечка? Сейчас мы будем мыть Маркуса профессиональной серией, и я вам расскажу, как пользоваться спреем и вот этими лосьончиками для глазок. Маркус очень хорошо у нас дается, он вообще у нас... На все согласен, поэтому сегодня он будет участвовать в наших съемках. Уже вечер, Маркус уже намыт,
Сейчас я вам покажу базовый такой уход за Йорком. Да, действительно, даже за стриженным Йорком ухода много, и много чего нужно. Сейчас мы его будем сушить феном. Я вот так заворачиваю в платец. Маркус у меня не в длинной шерсти, он такой в короткой стрижечке. Вот сейчас его будем сушить, протирать глазки, стричь коготки, расчесываться. Расчесываемся мы всегда со спреем. На данный момент у нас I Love Pet Head. Что, будем сушиться? Когти стричь, зубы прыски твои. Он спокойно дает смотреть зубы. Маркус продолжает все стойко терпеть. Сейчас мы будем чистить глазки при помощи лосьона. Косметика есть на многих маркетплейсах, но я оставлю официальный сайт под видео. Так, при помощи ватки я чищу глазки. Давай, где у тебя? Те места, где у них утром собираются такие сухие штуки. Ну, покажи глаз. Молодец. Глазки вот так протирать достаточно раз в неделю, как и мыть Йорка раз в неделю. Вот, а спрыскивать зубики это уже кто как. Сейчас мы будем пользоваться спреем. По запаху он, как и все спреи для зубиков. Ну-ка, давай, покажи зуб. Собачка слизывает вот так. Давай. Особенно я прыскаю на дальние зубы. Вот прям, не знаю, как показать, вот на вот эти. Вот он спокойно дается, в отличие от других моих собачек. Это абсолютно безвредно. И сейчас еще вот эти дальние зубки с этой стороны. Мы будем прыскивать. Все, молодец. Вот так вот спокойно он переносит все процедуры. А чтобы этого добиться, нужно приучать с малого щенячьего возраста к таким штукам, и все будет хорошо. Сейчас мы еще пострижем когти. Когтерез у нас выглядит вот так. Кусачки. Коготки у нас просто отросли, и надо уже подстричь. Когтям тоже приучаетесь прям с малого-малого детства. Ну чего ты? Чего ты брыкаешься, а? Маркс, надоело я тебе, да? Сейчас я его расположу, как мне будет удобнее. Мы обычно в такой позе не стрижемся. Я обычно его вот так вот укладываю. И стригу коготки. Всем это видео будет, кто любит наблюдать за всякими процедурами. На задние лапки почему-то собаки больше любят стричь, не знаю почему. Есть еще у нас пилочка, но я что-то не пользуюсь. Просто они становятся такими острыми. Вот, лапки у нас более-менее подстрижены. В общем, ухода за Йорком реально прям много. В плане шерсти, даже если он в стрижке,
нужно постоянно поддерживать. Ну чего ты? Что-то Маркус сегодня не хочет когти стричь. В основном у Йорка когти черные, и главное не задеть сосуд. Вот. Но честно скажу, я ни разу не задевала сосуд. Маркусу 7 лет будет. Я ему... Мы как-то стригли когти у грумера, ему повредили все пальцы, и он долго не мог мне довериться. Но спустя того неудачного случая я всегда когти стригу сама, чтобы не было такого. Ну, как бы я и стригу сама собак. Все это не очень-то и сложно делать. Да, не на профессиональном там уровне, но тем не менее стричь можно, нормально, аккуратно собачка будет выглядеть. Все, Маркус на неделю свободен, он очень устал. Вы понимаете, мы мылись, мы вам не снимали, как мы мылись, получается. Он еще и в кондиционере постоял, и посушился, и хвостик сделал, и коготочки постриг, все-все сделал. Маркус сегодня... свободен. Ну, кроме Маркуса, у меня есть еще два Йорка. Вот. Получается, очень много ухода за ними. Но чтобы Йорк всегда выглядел как с картинки, за ним нужно много ухаживать. Вот. Ну, кто-то ходит к грумеру каждый раз. Кто-то недавно писал, чтобы я часто показывала Маркуса. Давно не видели. Вот, так что этот ролик был с Маркусом. Иди, бегай, я Бетти уже заждалась. Чего, там ухо взял? Ты же не очень любишь его. А Бетти сразу хочет у него отнять. Маркус. Вот он как отнимает. Если нужно одному, то и нужен второй. Сразу же. Бетти. Вот так Маркус взял свою добычу и бегает с ней. Пойдем. Пойдем, иди. Пойдешь? Вот, он даже не выплюнет, смотрите какой. Иди, иди, Маркус, иди сюда. Идем, идем, пойдем. Бетти, идем. Бетти, иди сюда. Пойдем, Бетти. Бетти. Иди сюда. Ты же не любишь это ухо даже есть. Быть. Ты жадина? Жадина. Собираю заказы на отправку из нашего магазина, с Маркус Шопа. У нас сейчас очень много новинок на лето и на весну. Такая новая коллекция дождевиков отправляется в Латвию. Эта коллекция называется Венеция. В таком сереньком цвете и шоколадном. И почти в каждом заказе есть вот такие вот костюмы, футболочки с Микки. Вот этот заказик улетает в Испанию. И это уже заказики по России. Мне тоже очень нравятся. Они такие с джинсиками, под джинсы сделаны. Тут тоже серенькие Микки, ботиночки, такие кроссовки классные. Еще у нас появились и аксессуары, ошейники. Вот такие вот очень стильные, как у Маркуса. Такие вот очень красивые и качественные. Спасибо всем за просмотр. Маркус будет очень рад вашим лайкам и комментариям.